Блин, как мы сегодня... Ты с утра уже разряженный, блин. Как мы сегодня собирали школу, это капец. Я сняла форму с балкона постиранную, собралась ее гладить, только начала и выключили свет. Как мы собирались. Я уже не знала, что мне делать. Вова говорит, а не вариант, говорит, сказать как есть, что вот, ну вот не погладила форму, выключили свет. Вот придете ко второму уроку, к примеру. Слава богу, свет дали, но через 10-15 я смогла погладить форму. Мы кое-как в попыхах собрались. Вот. Володя нам помог собраться, так как он сегодня выходной и поехал просто по куче своих каких-то дел. Вот, очень-очень важных, очень-очень деловых. Я надеюсь, что у него все сложится там по его делам, по его вопросам. Вот, ну, в общем, это был просто какой-то капец, а не сборы в школу. Мы бегом. Вова там это делает с малым, я там то делаю с малым, там и так далее. Вот, это тот самый случай, одела бусы на руку и счастье. Ну, как бы под пайту не оденешь сюда бусы, а так оно как-то вот разбавляет этот серый скучный образ мой в пайте, в джинсах, все темное, темная куртка, темные кроссовки, темный рюкзак, все темное, черное, серое такое, зеленое, темное. Вот, и как-то оно меня радует, сей маленький акцент, хотя они все равно большинство времени спрятаны под пайтой, потому что с закатанными рукавами я хожу только дома, на улицу же я так не пойду, холодно на улице, вот. И, в общем, мы так в попухах, прям как сумасшедшие, бегали, летали по хате, собирались, вот. Потом у Володи там начались проблемы, у него не высохли джинсы постиранные, он давай... феном сушить. Я говорю, только спали мне фен. Короче, мы вот так вот кубарем, как муравьи в муравейнике собирались. Это капец, блин, а не утро сегодня было. И потом кульминационный момент, из-за которого мы на 4 минуты опоздали с Тамиром. Нет, он как бы собрался и вовремя пришел к уроку. Просто обычно учительница просит прийти до 7:45. Мы пришли в 7:49, а занятия у них или в 8, или в 8:10 начинаются обычно, то есть он как бы все равно успел собраться, переодеться и так далее, но фишечка в том, что, что у него куртка разошлась. У него, блин, разошелся замок на куртке. Сначала я не могла его вытащить из этой куртки. Попросила Володю, говорю, вытащи его из этой куртки. Она застегнулась и ни туда, ни сюда. Он давай плоскогубцы достал, вытащил Дамира из этой куртки. Застегивает опять, вроде все застегнулось, замок разошелся. Короче, он его расстегнул, замок. Мы застегнули Дамира на кнопки. Но нам надо решать вопрос с его одеждой, потому что одна куртка улетела на мусорник, у которой проблема с замком, вторая куртка сейчас улетит на мусорник. Да, можно ее отремонтировать, но это займет время, и все равно нужно покупать новую куртку, и с этой он уже практически вырос, поэтому это не вариант. Сейчас будут холода, он оденется еще чуть потеплее, и уже она маленькая будет на него, эта куртка, она не налезет на что-то более теплое, чем просто рубашка школьная, вот. В общем, кое-как мы вот оделись, выбежали, прибежали в школу. Надо решать вопрос с курткой теперь. Я-то думала, у него есть две куртки, а оказывается, у него по факту ни одной теперь нет. Зато куча перчаток, шарфиков и так далее.